Так, здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Так, вот такой терминал, Home Credit Bank. Возможно, у вас будет красный, да. Все одинаковые, нажимаем перейти к оплате. Физическое лицо. Оплата кредита. Мы можем поднести удостоверение к сканеру. Либо ввести свой имя, вот. Либо просто ставить карточку, да. Так, мне удобно ставить карточку. Все. Так, теперь. Уважаемый клиент, просим внести свой номер для телефона, подтверждение, да, настоящего, да, так, нет, спасибо. Денежный кредит, вот, номер договора, у меня вот ежемесячный платеж, вот, 26-24 года, вот. Нажимаем полное досрочное погашение. Для полного досрочного погашения кредит внесите сегодня до 12.00. И это здесь будет ваша сумма полная. Подтвердить согласие на полное досрочное погашение кредита. Да, подтверждаю. Так, вам придет смс на номер телефона. Нажимаем далее. Так, вот, принято. Да, сумма досрочного погашения у вас будет другой. Необходимо внести вышеуказанную сумму сегодня до времени 12 ночи. Внесите по одной купюре в купюроприемник. Платежный терминал сдачу не выдает. Так, вот. Ну, допустим, пусть будет принято, зачислить. Несем сумму недостаточно для полного досрочного погашения, да, еще нажимаю зачислить. Ставьте лайк, подпишитесь, могу распечатать чек, сфотографировать.